ФСБ, МВД и Росгвардия обнаружили в Новосибирске и селе Прокутском членов запрещенной в России организации Катиба Таухид Валь-Джихад. В руках силовиков оказались 30 человек из числа ее главарей и рядовых участников. Спецоперацию провели одновременно не только в нашей области, но и в Москве, Якутске и Красноярском крае. Контрразведчики пресекли деятельность межрегиональной структуры радикальной группировки. По оперативным данным, члены ячейки вербовали и отправляли людей в горячие точки, финансировали сирийских боевиков и призывали к совершению терактов. У задержанных изъяли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы, а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты, которые использовались при ведении противоправной деятельности. Как уточнили в управлении ФСБ региона, в Новосибирской области задержаны 17 человек, которые трудились таксистами, поварами и строителями. В отношении четверых возбуждены уголовные дела. Еще 13 иностранцев ждут выдворения за пределы страны.